Арсений Селезнев, зверобой. Праздник, день рождения цыплят продолжается. Вот такое вот блюдо. Пирожки такие. Получебуреки. И посмотрим, как это будут кушать цыплята. И они сказали, чебуреки мы не едим. Вот этот у нас самый главный петушок. Он влазит в тарелку самый первый и пробует. Повар, наверное. Так, попробовал. Попробовал, значит, отщипнул и выбросил через сетку. Ну, правильно, надо же помочь старшим. Подмазать, как говорится. Чебуреки не заладились. Ладно, сейчас кину. А, чебурек скачет. Кошмарный чебурек. Вот так его на середину. Давайте по нему пройдемся катком. Нет, только ногами. Потоптались и ладно. Вот дорожка хорошая. Можно ноги вытирать. Правда, ноги потом скользкие становятся. Ну ничего. А я не знал, что чебуреки летают. Арсений Селезнев, зверобой. В общем, цыплята первый раз увидели чебурек на празднике день рождения своих младших братьев и сестер. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!